Какие приложения должны быть установлены у любого таргетолога? Ну, во-первых, это, конечно же, приложение Facebook реклама. Там любой человек может 2-3 клика создать рекламу, либо специалист отследить, у клиентов идет реклама, дорогая она, дешевая, отключить ее, включить. В общем, удобное приложение. Дальше, XMind, это программа для составления ментальных карт. То есть очень легко, там, не знаю, по дороге, в поезде или в самолете составить список аудитории, которая подходит вашему клиенту. Дальше это Google, Яндекс, Аналитика, которые должны быть настроены, должны быть поставлены цели, и вы должны отслеживать, приходит та аудитория или нет, и вообще оставляет на заявке на сайте или нет. Вот. Дальше это, конечно же, приложение Over и Apps for Type. Это приложение для создания всяких различных картинок для рекламы в том же числе. И еще одно классное приложение – это Pinterest, которое тоже позволяет делать вам классные картинки для рекламных кампаний. Если вам понравились мои видосы, то ставьте лайк и подписывайтесь на данный канал. А еще у меня есть курс по продвижению в Инстаграме, который отлично подойдут как для бизнесменов, которые хотят раскачать свои продажи в Инстаграме, так и для людей, ищущих новые специальности и новые виды заработка. Переходите по ссылочке в описании, там есть техподдержка. Если вам что-то будет непонятно, задавайте им вопросы, все вам ответят.